сколько в вашей семье детей? Четверо. К счастью, нет. Ну, то есть ребенок — это ответственность, нужна квартира, нужна машина. Кому это надо? Я не понимаю. А сколько хотите? Нисколько. Пока не планирую. Девчонки не хотят рожать. Ну, они хотят делать карьеру, они хотят все это безумие учиться, по два, по три образования, карьеру делать какую-то, хотя все внушают, что они независимые личности, всем выдают поголовно красный диплом. Три, если, конечно, можно позволить, да, как известно. Один за маму, один за папу и один придаток. Есть ли вот у нас в республике демографический кризис? Я думаю, что нет. Молодежи не устраивает работа здесь, трудоустройство, поэтому они уезжают в другие города. В основном причины, наверное, все равно нехватка, возможно, финансовой части.